Эти кадры, словно из голливудского боевика, сняты в одном из банков Самары. В помещение заходит вооруженный человек в маске. Преступник, не раздумывая, нажимает на курок. Отделения Самары. Их прозвали бандой артистов. Преступники всегда действовали в масках, знали толк в конспирации. Сценарии преступлений писал главарь преступной группировки, тот самый человек в маске. В сообщники взял давнего друга, таксиста с темным прошлым из 90-х.